Добрый вечер, мы из Украины. Сегодня у нас из-за обстрела этих уродов по мирному городу в середине дня, по больнице, по детской, погиб один ребенок, один мужчина. В месте, где прилетело в остановку, в торговые ряды, 9 человек суммарно. 61 раненый. Никакой логики в этом нет. Все понимают, что это центр города, там, один из районов города, что люди просто ходили по своим делам, и русские оккупанты обстреливают смерчами, ураганами, чем они стреляют. Мозгов, как у креветки, если честно. Я так понимаю, они хотят посеять панику, что, или отвлекать, не занимать, там, истощать. Непонятно, что они делают. Но то, что они обстреливают мирных граждан, это факт. Я понимаю, там, когда там военные объекты там, как-то это там, промазали. Но это же центр города, это детские больницы, убитый ребенок. Редкие уроды. То есть, да, мы по ним тоже работаем. Да, есть техника сбитая. Не могу об этом всем говорить. Слов нет, одни эмоции. Особенно после Бучи хочется их просто порвать. Но, как это сказать, надо сохранять холодную голову. И месть – это блюдо, которое подается холодным.